Вот такой магнит. Куплен в магазине «Мир магнитов» в городе Москве. Адрес магазина в описании к ролику. Рассчитан на сколько-то там килограммов усилия на отрыв. Вот. Но есть одна особенность, которую, похоже, продавцы не считают особенностью. По крайней мере, когда я им об этом написал, один из менеджеров мне ответил, что у них такого не бывало. Вот. Особенность я сейчас продемонстрирую. В принципе, магнит соответствует как бы тем требованиям, для которых я его покупал. То есть для той цели. Вот я, например, повесил, все висит, ничего не падает. Причем можно и потяжелее повесить. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что я его сначала повесил в другом месте, и у меня получилось немного... В общем, казус у меня получился. В чем он, я сейчас продемонстрирую. Значит, вот мы веревочку, чтобы нам полегче было. Обматываем это дело вокруг руки. И что делаем? Отрываем. Видите? Крючочек отдельно, магнит отдельно. То есть, это особенность, которая не отменяет функциональности предмета. В принципе, он как бы работает, но, тем не менее, является для меня явился она сюрпризом. Я, честно говоря, не подозревал, что такое, в принципе, возможно. Вот. Потом нужно очень как бы точно попасть, чтобы это все встало на место. Не так уж это и просто все это загнать обратно. Оп, вот. И теперь, значит, можно это все снять. Ну, вот, собственно, такой магнит.